Всем здравствуйте. Итак, сегодня я связала вот такую панаму. Вот сейчас я померю. Вот. Вот такая панама у меня получилась. Видимо, можно делать. Вот так свертывать возле можно. Кстати, можно свертывать. Вот. Вот так, видите, как она у меня получается красиво. Можно, кстати, и вот так делать. Мне она очень-очень нравится. Вот вязала я ее примерно где-то 2 дня. Ну да, вот сегодня и вчера начала вязать, а сегодня я ее закончила. Вот вязалась очень легко эта панама. Вот. И она очень, кстати, мне она нравится. Сейчас немножко почешусь. Можно так делать ее, и вот так делать. Вот. Получается очень, кстати, красиво. Мне нравится она. Вот. Вот. Можно так делать, например, вот. Можно летом носить. Да и можно делать, когда эфир делать. Тоже можно. Вот. Да, очень, мне очень нравится. Вот. Можно даже хвостик убрать. Вот, сейчас я вам покажу, как это делается. Да, похоже, да. Вот. Вот. Вот так она у меня готова делается. И вот так она у меня делается. Вот. Вот такая панама у меня делается. Очень красиво. Мне очень нравится, кстати. Вот. А вот теперь буду взять обвязку, буду вязать. Потом буду вязать смут. Потом вязать, что буду вязать. Посмотрю. Был бы теперь шарф. Но пока носки пока не хочет вязать. Вот. Вот такие дела. Вот такая панама у меня. Нет. Вот можно ее даже вот делать, вот так делать. Вот, вот так делать, например. Вот так делать, вот так берем. Вот так мы вот так ее. Вот так скручиваем ее. Вот, видите, она получается очень даже ничего. Очень даже красиво получается у меня она, в принципе. Вот это вот распустили, сделали, и так оно у нас оно так примерно. Кстати, очень мне нравится. Видите, какая дурацкая. Вот. Так что вот такие дела. Так что всем пока. Всем до свидания. Всем до новых встреч. Пока. Всем до свидания.